Прикол хороший. Отлично. Третий подряд, да? Пошел. Чуть-чуть выключать. На той леске я бы его уже давно вытянул. Здесь нельзя так. Ну, какой-то он продвинутый. Ну, елки, у него физия хорошая. Ё-моё, что делать? Подожди, Олесь, давай. Нужен герой. Давай, лезь. Нет, под жабры возьми. Ё-моё. Какой он хитрый, а. Зараза. Вот открыл. Давай. Нет, нет. Да это сейчас моя, колеска. Колеска держи. Я сейчас тебя. Сейчас опустим к черту. Да он не лезет тупо. Ё-моё. 130-ная дыру. А ё-моё. Юрка уже все знает. Надеюсь, у нас-то не ноль. У нас же нюрба. У нас не может быть нуля. Да. Это вчера ты ролик видел? А? Вчера же ролик. Сегодня. А, сегодня уже? И вчера видел. А, ну да. Тоже слежу, мониторю. Короче, у нас получается везде антирекорды. Не диалоги о рыбалке ноль. Вилюйск. Вилюйск? Ноль. Капец. Ну. У нас 4 ночи стоит. За счет этого может быть. Да, я думаю, подберем. У нас что-то будет. Друзья, рад приветствовать. Сегодня рыбалочка. Без женщин. Все, поехали, посмотрим, что у нас там да как. Эй, наезжаю тогда. Опа. Мы на лунках. Так, отлично. Так. Сегодня то ли вот эти две, то ли вот эти. Так, сейчас определимся. Вот такой вот финт ушами. Освещение на палатку. Лед довольно-таки толстый. 2 тонны держит. Вот у нас. Все. Поехали. Вперед. Так. Вот на эту лунку. Я сейчас буду вести видеонаблюдение. Ветра нету, так упал. Ребята, пока палатка не нагрелась, хотел бы вам порекомендовать группу ВКонтакте одного человека. Друзья, в эти дни я занят заготовками, но зрители моего канала, те, кто со мной довольно-таки давно, знают, что я иногда занимаюсь освещениями исторических хроник, связанных с Якутией, о которой много кто давно позабыл или совсем ничего не знает. Такие работы требуют усердия и трудов. И, конечно, совсем один я бы с такими сюжетами не справился. Помогают мне уникальные, добрые и отзывчивые люди, которые находят время и силы помочь мне в разрешении той или иной проблемы, связанной, допустим, с поиском исторических справок и документов. Одним из таких людей является Вальдемар Дау Вальтер. Человек действительно уникальный. За штурвалом самолета он облетел всю Якутию, участвовал в грандиозных мероприятиях и стройках в суровых условиях Крайнего Севера. Возвел новоапостольскую церковь в городе Якутске. Проектировал, планировал логистику и доставку материалов. Вел весь проект от А до Я. И так как все-таки он является этническим немцем, практически совсем недавно он уехал со своей семьей в Германию, на родину своих предков. Но и там Вальдемар чтит традиции Якутии, его родины. Играет на хамусе, празднует все национальные праздники и всегда в курсе событий, происходящих здесь, на Крайнем Севере, где он провел юность, молодость и детство. Он не прошел стороной возле моего канала. Практически с даты его создания мы с ним дружим. Он всегда посильно помогает мне и иногда очень сильно удивляет. Его познание о Якутии вызывает действительно восторг и удивление, ведь Якутия остается всегда в его сердце.
Практически так же он и назвал свою группу ВКонтакте «Якутия в нашей памяти». В этой группе вы найдете более 26 тысяч фото о Якутии, из них около 10 тысяч старинных фотографий Якутска, одежд, обрядов и многого другого. Все это, а также мои личные видео с историческим контекстом вы найдете в группе Вальдемара «Якутия в нашей памяти». Он ждет вас для обсуждения интересных тем, для кратких исторических экскурсов и просто для интересной беседы с замечательными людьми, которые и находятся сейчас в этой группе. Вальдемар, огромный тебе привет и доброго здоровья. Ссылка на группу будет в описании к ролику и в закрепленном комментарии. А мы продолжаем рыбалку с Юрой. Это... О, Елец же? Это Елец. Это круто. Еще темно. Еще темно. Ну, в это время спим еще, да? Нет, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не-не-не. Не зацепился, да? Да, зацепился. Громедный. А, покажи-ка. Почти как блесна. Ну. Вот так. А так. У нас? Сейчас, сейчас. Что-то? Найду сейчас твою эту. Ну-ка. Ну-ка, тоже еще. Ёж. Еще? Такой еще расчеперился весь. Грозный. Да, пусть растет. Так, сейчас я на Юркину блесну наведусь. Уже годится. Уже живцовый вариант. Ершей тут выцепливаем. Ой, блин, поймался. Ну нормально, нормально. Очень даже ничего. Так, кто видит? Вот он, Юркин крючок. Так, эти. Ну, эту удочку я, к сожалению. Чего, нормальный? Один ешь. Не, не. Ненормальный. У меня живет с крупными озерами. О! Да, глаз очень много. А удочка в центре. Один крупный. Вот ага. Идет справа. Надо было, Юр, поближе немножко. Вот тут где-то просверлить. Подобрел. О, атака. О, интерес. Сейчас я его заинтересую. Только на движении. Что они на движении делают? Они стоят и молчат. Все. Не, смотри. Глаза все сюда обернулись. Ну-ка, ну-ка. Где-то один глаз, где-то два, да. Ну, профиля. О! Интересно, тут течение. Ну все, разошлись. Течение пока закручивает. Ну да. Все равно микротечение есть. Пассажир идет. Вот все такие вот. Вон они все, вон глазастики. Все такие. Ну вот, как этот. Живцовый вариант. Вон у нас ерши. Так, это наша погода на сегодня. Такой ветер довольно-таки неприятный. Влажность, смотрите. И ощущается совсем по-другому. Охлаждение ветром такое не очень приятное. До, короче, до минус 30 такая погодка. Ну, ветер такой режущий. Сейчас нам надо будет на порядке выходить, так что мы это все дело прочувствуем на своей шкуре. Вот. Живец вроде ловится потихонечку. Все, все нормально. Вот видите, крючок. Да, вот блесна. А вот... Выходное тепло обещают. Поищем, да? Сначала здесь да. Поставим. Ну, подвигаем. Может, найдем? Это что-то такое невероятное. Прям... Вокруг до хрена народу. Никому ничего не и надо. Ничего, ничего никому не надо. Да. Но все на месте. Никто не уходит. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, видел, видел. Затрепал. Че-че-че-че, подумать надо. Возьмем. Вот они, видите.
эти товарищи пасутся. Да, надо расширить. Че? Даже червя не отобрал. Это кто у нас? Это у нас то, что мы ищем. Только что проплыло. Вот это вот. Вон, ест. Так, ушел. Только что малька сожрал, блин. При мне не успел включиться. Вот он его подрезал только что. Блин. Вот это я пропустил экшн-сцену. Бах его аж в этот, аж в землю воткнулся. Прикинь. Блин, вот пропустил, а. Хышник, видишь, какой у него вид важный. Но... Там все кого-то едят. Вот второй проплыл. Такого же размера. Блин, вот не заснял. Вот. Ну все-то не снимешь. Как он его резво, а? Бляха-муха. Ты знаешь, так откуда ни возьмись, дынь, и аж в этот бум воткнулся носом. И все, и вот так вот, и дальше ползает. Спокойно. Кто? Вообще убойные поклевки будут. Психованные донизу. Не ешь. Да, жалко. До сих пор лазит спокойно. Еще раз давай. Клюет-то как-то. Необычненько, да? Очень резко. Ё-моё. Опа! Это ёж был. Хаотично. Это до был него, ёж, кто до него клевал? Продолжает. Ёжка вперед. Да, вон. Опа. Взял, что ли? Что взял? Микроскопически. Ну ничего. Подоращивание. Ушел. Да. Вот так вот и все. Все и происходит у нас тут. О, какой. Отличный. Живец. Ай, смотри. Ой. Жалко, не 4 руки. Вот таких поросятка и надо брать на живца. Да. Начал жрать, смотри. Здесь тоже ешь. Вон он. А, все, отпустил. Он с той стороны крючка берет, вон видишь как? Не сам крючок, а именно с той стороны. Нет. Ну, ё-моё. Да что ж такое-то, а? На доращивание? Конечно. Да. Короче, не выдержали мы этой критики, свернулись. Все, сейчас сворачиваемся, идем смотреть, что у нас там на велю и как порядки. Гальян есть. Гальян есть озерный, так что ветер прям обжигающий. Блин. Неприятно довольно-таки. Типичная погода для Крайнего Севера. И что? Долго, долго.
и так и не работает, да? Ай-яй-яй, что же про такое происходит? Я надеюсь, мы антирекорд это не попьем сегодня. Вообще жестко. Жестоко. Задувая порывами. Ты что, шапку смешал? Порывами такими идет. Что-то у нас пустовато. Ну, наверное, как и у всех будет. Отслеживаем каналы, получается. Пилю, ну, по бассейну велю я. И дальше и у всех пусто, короче. Знали мы, что-то произошло. Аж не поверил, да? Это какой у нас крючок по счету? Он живой, нет? А я не знаю. Живой. Леска толстая. Живой, небольшой, по-моему. Ну, размочили. Наконец-то не будет антирекорда. Хорошо. Есть? Живой, живой. Ну, как замечательно, да? Два подряд, да? Тут уже тонкая пошла. Сразу переход на тонкую леску. Небольшой. Это бугин. Ну, нормально. Он на большой бугин удали. Да, далеко. От берега отплыл. От берега. Все хорошо. Отлично. Третий подряд, да? Пошел. На той леске я бы его уже давно вытянул. Здесь нельзя так. Ну какой там продвинутый. Ну ёлки, у него физия хорошая. Ё-моё, что делать? Цепляем за... Подожди, Олесь, давай. Нужен герой. Давай, лезь сюда. Нет, под жабры возьми. Нет, ё-моё. Какой он хитрый, а. Зараза. Вот открылся, вот открыл. Давай. Нет, нет. Ё-моё, ты кухолеска. Кухолеска держи. Ё-моё. Зараза. Я сейчас тебя... Сейчас опустим к чёрту. Да он не лезет, тупо. Ё-моё. 130-ная дыру. А ё-моё. Ой, ребята. Это что-то с чем-то. Давай его отжимай. Как я его... Вот это рыбалка. Ну-ка, давай повыше. Вот это девочка Яна, это стопудо. Да-да-да. Смотри, еще и беремчатая какая. О, красивый. Килограммов 7 или 8. Здоровый. Как я его 130 протащил? Я не могу. Это потому что лед еще тот. Он бы не прошел потом. Красота какая. Просто... Да, да. Это что такое? Впервые вижу такую фигуру. Слушай, ну большая вообще, капец. Большая. Да, да, да. Да, эти по сравнению. А, кстати, уже замерзли. Вот сколько прошло? Минут 15, наверное. И эти уже позамерзали. Ну и она уже тоже. Ты
килограммов 7 или 8 через такую луку вытащить, на такую луку. Да. Круто! Все-таки у нас все антирекорды побиты. Да, тут это было. Живой? Живой, малыш. Совсем не машу. Риски такой. Маленький червячок. Червячок. Да, дела. Что-то есть, не? Есть, малыш, а все. У нас он пойдет гулять. Повезло ему. А он еще и цепанулся, не... Серьезно. И все, до свидос. Больше не попадется. Думаешь, поумнеет? Поумнеет, после такого поумнеешь. Крайняя лодка у нас. Снимаем от начала до конца. Как это называется? Темная лошадка. Ее установили вот недавно. В прошлый раз. Как она работает, никто не знает. Хорошо или нет. Ну что? Это самый крайний. Это крайний уже некуда. Бах. Ну что? Барабанная дробь. Пусто что ли? Небывато. Живец живой. Ага. Вдоль берега ничего. Да. И это у нас был, ребята, финал. Солнце уже встает. Скромный улов. Ну, можно даже сказать, что и не скромный. Все вроде нормально. Сегодня были и экшн-сцены, и сцены гуманитарного характера. Отпустили много ершей, даже налимчика отпустили одного. Друзья, спасибо огромное, что досмотрели до конца. Сегодня мы с Юркой еще едем в Джикимду за мясом. А это будет отдельная съемка, отдельный фильм, как у нас тут. Рыбу вы видите, как заготавливаем, а вот как мясо, наверное, не видели. Так что вот так. Друзья, вот там собачка побежала. Кстати, хаски, видите? Глаза голубые. Друзья, до скорых встреч. Увидимся. Никогда не болейте. Это очень вредно. До свидания. Да, зайцы слопал. Точно. Морда хитрая. Прикольная. Покажи глаза. Покажи глаза свои. Ой, блин. Ну-ка, покажи глаза. Все, пойдем. Что ж ты мне, вот рукавички понравились. Ни одному тебе, слушай. Ну все, все. Все хорош. Сейчас сопрет, блин, точно.